Друзья, всем привет! В этом видео расскажу вам об обновлениях, которые мы добавили в последние 3 дня. Итак, во-первых, на центральной странице сайта мы немножко изменили порядок меню. Здесь добавили прямую ссылку на виртуальное интерактивное пространство, также ссылку на базу знаний. А все остальные ссылки остаются те же, то есть вы можете, в принципе, нажав на любой пункт меню, переместиться в ту область, которая вас интересует. Также на главной странице сайта мы добавили ссылку на виртуальное интерактивное пространство, которое открывается прямо здесь, на центральной странице сайта. Мы можем либо здесь, либо нажав на Virtual Space, мы попадем непосредственно на страницу виртуального интерактивного пространства в расширенном варианте. Итак, что в первом городе мы добавили? То есть в данном случае вот эта локация является город номер 1. Значит, мы добавили указатель, ссылку на такую условно городскую карту. То есть мы можем на нее нажать, и сейчас вам покажу, для чего это сделано и что нового уже находится в новом слое. То есть под новым слоем мы понимаем, это такой более низкий уровень, да, который находится вот первым городом, под первым городом. То есть, условно говоря, мы постоянно переходим в какие-то локации, из центральной карты мы переходим в следующую карту, и таким образом мы перемещаемся по слоям виртуального интерактивного пространства. Что было добавлено? Во-первых, мы буквально вчера добавили Scale Network, то есть локацию нашего партнера. Если помните, да, у нас есть Scale Network, и здесь, ну, есть очень крутой функционал. Во-первых, видео вы можете смотреть прямо здесь. Все материалы по Scale Network тоже находятся здесь. То есть, по сути, вся информация о Scale Network находится в единой локации. Также мы далее возвращаемся в центральную карту. И что еще добавили? Ну, во-первых, если помните, да, я показывал недавно видео локацию фотографа, да, Дениса Клименко, где всю информацию о нем можно получить. Здесь тоже все интерактивно, можете изучать всю информацию, смотреть, как это реализовано. Если хотите, можно заказывать услуги. В принципе, шикарный фотограф и очень-очень круто, достойно все делает. Возвращаемся дальше в локацию. Вчера мы еще добавили, получается, такой видеолокацию, где также можно информацию о NFT Moon Metaverse получить. То есть здесь тоже новая реализация. То есть все, как бы, видео находятся в таком, в открытом формате. То есть можете просматривать непосредственно, нажимая на элементы управления. Ну, вот здесь, да, условно говоря. Либо разворачивая его непосредственно в новом окне. Через вот эту карту, да, мы можем попадать в бизнес-локации. То есть, условно говоря, вот это общая карта города. Это бизнес Дениса, фотографа. Это у нас новый партнер заходит. Это девушка, которая занимается бьюти-индустрией. Вот сейчас мы для нее готовим локацию. То есть можно будет тоже посмотреть, как бьюти-сфера может реализовывать свой потенциал через NFT Moon Metaverse. Ну, соответственно, видеохолл, да, вот, который я вам только что показывал. Ну и так далее. То есть вы можете вот по вот этим локациям, в принципе, через вот эту карту вы прыгаете по бизнес-локациям. Через вот эти указатели вы непосредственно попадаете в центральную карту условного города, да, где находятся эти бизнесы. Через вот эти указатели вы можете попасть непосредственно в первый, второй, третий, четвертый город, гейм-город и так далее. В общем, эти основные добавления, все, что мы будем добавлять, я буду выкладывать. Вот изучайте, переходите и, соответственно, помните, да, о том, что если у вас есть бизнес, который вы хотите развернуть и реализовать в рамках виртуального интерактивного пространства NFT Moon Metaverse, обязательно пишите, найдем решение для вас, как это сделать.
и реализуем вместе очень интересный опыт для ваших пользователей и покупателей.